Эти ребята отлично постарались в году, кому-то удалось успешно проявить себя в творчестве или спорте, кому-то показать класс в знании одной из наук на городских, районных и республиканских олимпиадах. Терпение и труд были оправданы. В каждой своей области они показали достойные результаты и в этот знаменательный день испытывали гордость. С наступающими праздниками и успехами в уходящем году брестских школьников поздравил глава областного центра Александр Рогачук. Мэр города пожелал ребятам новых побед в 2016-м. Позитивное обращение к ребятам плавно перетекло к кульминационному моменту встречи. Председатель горосполкома вручил подарочные сертификаты 20 наиболее отличившимся учащимся. Поздравления получили и родители школьников, которые достойно представили город на республиканских и международных олимпиадах, творческих конкурсах и соревнованиях. Сегодняшнее мероприятие я считаю особенным, потому что мы сегодня чествуем с Новым годом лучших из лучших, нашу молодежную элиту. И очень приятно, что наш город богат на таких молодых ребят. Очень приятно, что эти ребята гордятся, что они брестчане. Очень приятно, что каждый год таких номинантов, таких замечательных ребят в нашем городе становится все больше и больше. В уходящем году школьники областного центра завоевали 145 дипломов на областном и 25 на республиканском этапах предметных олимпиад. По решению специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 47 юных брестчан за свои успехи были включены в банк данных. На торжественной церемонии чествования дарований были отмечены и педагоги учреждений образования, их роль в воспитании образования и поддержки талантливой молодежи весьма велика. Наградами были удостоены школьники в отдельных номинациях. Понятно, что там районы и область – это, конечно, уже ступеньки, но республика – это было очень тяжело. Я вообще впервые, сначала вообще даже понять не могла, как я там очутилась. Конкуренция была очень сложная. И, да, команда у меня была хорошая. Наша с Брестской области, и там были сильные люди. На районной олимпиаде я заняла 5-е место по английскому языку и вышла в областную олимпиаду. Очень хорошая конкуренция, и очень было важно пройти в следующий этап, потому что это в какой-то степени достижение цели, и вся работа, которая была проделана не зря. Среди почетных гостей мероприятия представители местной вертикали власти, выдающиеся педагоги, родители учащихся, спортсмены, артисты, а также руководители предприятий. Встреча по радостному поводу, а еще в преддверии праздника, подарила всем собравшимся позитивный настрой. Награды, полученные ребятами, а также напутственные слова от мэра города Александра Рогачука, несомненно, станут стимулом для этих юношей и девушек к дальнейшему развитию. Мы в течение года сопровождаем этих ребят различными форумами, стимулируя их на активную участие в своей педагогической, в своей учебной деятельности, в общественной жизни города. И думаю, что эти ребята наши надежды оправдывают. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.